Итак, мы проехали суровый зимний Усть-Кут Мирный и добрались до столицы республики Саха-Якутия, до Якутска. После сурового зимника мы остановились в уютнейшей резиденции главы республики Саха-Якутия. На следующий день в столице региона у нас был огромный список дел, которые нам нужно было сделать. В первую очередь мы заехали на местное телевидение для того, чтобы рассказать о нашем проекте. А после этого мы запланировали поездку в МЧС, ведь там нам нужно было рассказать, в какие дебри мы собираемся заехать. Проходим. Сначала идем на Айнику. Вот так, а потом обратно. Да, потом сюда, потом возвращаемся назад. Вот Тополинная, потом у нас делается Батагай. Так, вот она. Батагай, так. Сайды. Так. Ну, я так и думал. Да. Усть-Куйга. И здесь мы уходим. Вот так. Здесь, если трещин не будет, созвонимся с местными. Вроде сказали, что кразы с рыбой пошли сюда. Если кразы прошли, пробили дорогу, они нам скинут координаты входа в бухту, выхода. Пойдем по льду. Если скажут, что трещина, пойдем по берегу. Ясно. В республике Саха-Якутия живут добрые, отзывчивые люди. И правительство этой республики не исключение. Они организовали нам теплый прием, поэтому мы заехали лично поблагодарить их за это. Очень приятно. Хвалу, да? Что расскажете? Приехали к вам? Вы, я так понял, не к нам приехали, да? Ну, в регион. Но имею в виду это. Едете на поле же, товарищи? Едем в Аймекон, а дальше в Тикси. Вот этот историко-культурный атлас бригаде дарю для того, чтобы у вас будет возможность время читать, знакомиться и вот говорит, и видеть то, что стало сейчас. Здесь вот, если вы ехали с Иркутска, по идее по дороге должны были приехать, да, шицкинские писатели? Да, проезжали. Нет, мы на скалах были, но они сейчас, наверное, не совсем. Не совсем. Да. Вот мы оттуда взяли герб, рисунок оттуда. Учитывая происхождение своего народа, который пришел по тому следу, почти что как вы едете с острова Альхон. Ну, есть такая гипотеза народа Саха, который имеет связь с островом Альхон. Спасибо. И будем ждать. Все. Да? Мы будем вас ждать. Да. Спасибо. После душевной встречи правительства мы отправились в этнографическую дачу Атласовых. Очень интересное место. Мы вас просим пройти в наш 9-й комплекс. Вас встречает хозяин Василий Николаевич, хозяйка Валентина Анатольевна. Такие ворота мужчины проходят по правой стороне, женщины по левой стороне. Женщина всегда со стороны сердца мужчины. Вы укрепите свои мужские начала, а мы женское начало. Прошу. Через дух огня делитесь своей радостью верхним миром. Ваша радость умножится.
А если что-то будет не получаться, разжигайте огонь. Через духа огня просите помощи верхним божеств. У вас все будет получаться. И вот сегодня я разожгла огонь вашим именем. И теперь я его угощу. Ему нравится все мучное, все молочное, все, что идет с жиром, салом, с маслом. У меня вафли. Вафлю я положу по трем сторонам. Попрошу духа огня принять моих дорогих гостей, как своих детей. Была пахлана, испараплика, а я... Бали долу, югус ситилины, лёвину катюнер алла. И обычно тоже угощаю конской гривой. Тоже в три стороны, потому что считается у духа огня три тени, как у человека. После всех проведенных обрядов мы всей командой отправились к нашему другу Герману Арбугаеву, место под названием Чучур-Мура. Накатавшись и нафотографировавшись с Олежками, мы отправились к Герману для того, чтобы он поделился с нами опытом. Ведь когда-то на собачьих упряжках Герман добрался аж до Новосибирских островов. А это еще дальше, чем Тикси. Ну, у нас Тикси основное, как бы Новосибирский уже так, плюсом. Да, да, нет, нет. То есть вот у нас так. Новосибирский — это нереально просто. Это нереально. Ну как бы вы ни хотели, вот она, дорога. Вот она. Чего вы делаете? Мы смотрели, здесь посадить, наверное, вот высотого километра. Я там запишу. Вот она, зимняя дорога, да, пошла. С этого Сполина. Да, и вот пошли. Вот он, видите. А здесь мы вот до Сайды доходим, вот все получается. Вот Хаир, видите, вот Хаир. Да. Вот Хаир. Угу. Вот. И отсюда вы идете вот здесь вот, зимник. Вот здесь идете. Или идете вот здесь. Нам еще сказали, а если вот по малой пройти, если будет, и выйти напрямки, если трещин не будет в этом. Если нормально будет в бухте лед, то сказали, что из Хаира можем, в принципе, по руслу выйти сюда. И здесь напрямки до Тикси. Ну, то есть лучше, чем по тундре идти. Вот смотрите, вот Хаир, да, здесь все переметает. Здесь уже только направление. Я понял. Как душа на. Как говорится, на душу ляжет. Можете так пойти, можете так пойти, можете вот так пойти. То есть, понимаете, как это все заметается. Все превращается в Аркишку-пустыню. А сам по себе тоже зимник, его как такового нет. Нет, направление только прошло. Направление. А вот, если вы зацепите за каким-нибудь Уралом, который пойдет, ну, будет вам хорошо. Если вы его не увидите, этого следа, вам будет плохо. Я понял. Откуда у нас начнется как раз, где полярный круг пересечем? Здесь вот примерно, ну, так-то... Полярный круг, вот Жиганск, вот район Жиганска. Вот здесь, да? Да, вот полярный круг здесь. То есть Батагай уже будет за полярным кругом? Да, это уже за полярный круг. То есть первый такой населенный пункт у нас там, это вот... Да. Батагай. Условно полярный круг проходит чуть выше поселка Жиганск. Угу. А вот здесь, если брать вот до Тикси? Ну, здесь, я думаю, здесь можно будет спросить. У мужиков. Да. Ну, я говорю, что здесь торосов вряд ли будет много. Здесь самое что, тут вся беда-то в чем? Тут снег. Понимаете, снег заметает, вы просто в снег встаете и все. И начинаете копать. Там, лебедиться, копать там. Копать и лебедиться. Разное, да. Снега мало, да? Так. Тогда с Хаира до Харулаха они поедут по берегу, да, по земле, а потом с Харулаха по морю уже. Вот так по морю, там дорога есть до Найба, Харулаха. Угу. Оттуда? Да. Оттуда напрямки также до берега. Да, и по морю тоже. То есть не напрямую?
так вот. Ну там дороги какие-то. Я понял. Ну, там то есть... какая-то трещина где-то одна есть. Ну... А, вот поэтому они вот так и не идут из-за трещины. Да. И получается, что машин сейчас много, в принципе. Ну, все рыбу оттуда везут. Я думаю, что должно быть нормально. Должно быть нормально, если круги не будут. Да. Ну круга и... будет, постоите. Наслушавшись истории Германа, мы остались в комплексе поесть оленинки и съесть известный якутский салат индигирку. Машины ездят, то есть сейчас пришли КАМАЗы, 10 числа туда уходят КАМАЗы, 3 штуки. Ну нет, они позже нас пойдут, но в случае чего они пойдут по нашим следам. Как бы. Туда, оттуда пойдут, сейчас все рыбы выводят, оттуда все везут рыбу. Поэтому, он говорит, в принципе, должно быть. Проехали мы только малую часть маршрута, а в команде уже начался раздрай. Сухой закон, который был установлен в команде, нарушили сразу два участника проекта – Дима Соколов и Алексей Харашев. После чего встал вопрос, прощаться нам с ребятами в Якутске и дальше ехать уже без них или дать им шанс и оставить в команде. У нас все сделано для того, чтобы ехать. Все просчитано, все организовано по проживанию, по питанию. По бензину, по оснащению, по системе безопасности, которая с нами со всех сторон. Все сделано. Если где-то что-то пойдет не так, будем решать оперативно. Не надо вносить смуту. Надо ехать и получать удовольствие. Пришла какая-то ситуация, которую мы там не справились с ней, решили ее на месте. Но не так, что у нас все нормально. А если будет так? А если будет хер? Если у бабушки будет хер, она будет девушкой. Дедушкой. Девушкой. Она будет девушкой. Да. Но давайте как бы не истерить. Ну, решать вопрос, появился вопрос, решили. Ну, вот мы команда, они как бы не какие-то там... Кто считает, что вот какая-то ебится, и он не готов дальше ехать, наверное, нужно сказать это сейчас. Потому что, еще раз говорю, если вы не готовы дальше ехать, если дальше будет продолжаться какая-то подобная херня, у нас полная вот, дестабилизация из серии, там, Лебедь, Щука, Рак. Нет, ну, хочется еще раз, хочется сделать хороший проект. Если вы не готовы, кто-то из вас сделать хороший проект, скажите, я не готов, так это... У меня тут сюрпризы, здесь у меня это не так, тут это не так, вот эти, наверное, вот нет. И это будет проще всего, еще раз говорю, результат должен быть хороший, мы должны от этого получать удовольствие, это самое главное, вот вы поймите это. Да ладно. Заготовила, что ли? Она должна была раньше начаться, когда я должен был говорить. Короче, ребят, ну, смотрите. Мне очень хочется, чтобы мы все очень круто доехали до конца. Вот у нас сейчас действительно прошел небольшой этап, самый маленький, а уже половина отношений какие-то стали напряженными. Очень хочется доехать до конца и при этом остаться в отличных отношениях и получить удовольствие от этого. Ну, поверьте мне, у меня только такая вот миссия и цель. В Якутске к нам присоединился известный блогер Сергей Доля, и мы поехали встречать его в аэропорт. Привет. Мы слишком большим составом к вам приехали. Можно было одного вагона разбудить. Ну что, я готов, да? Вы почувствовали расстояние, да? Якутия – это огромная территория. Вот вы даже одну треть республики не проехали, как пока ехали до Якутска. Вообще вам добираться же, у вас задачи большие. На Микон Тиксе? Очень большие расстояния. Вот в этом краю очень много нетронутого. Именно в природе. Так в этом-то и весь плюс. На планете Земля есть два таких источника кислорода, так скажем, нетронутых. Это Якутия, на северо-восток Азии, в основном Якутия, и бассейн реки Амазонка. Снег всегда будет, там мести будет, пробивать снег, это тоже сложная задача. Но для нас, для водителей, самая главная проблема, особенно этот переходный период, когда Земля тает, весной во время распутиться проблем нет. Вот когда земля растаяла, в июне, вместе там просто можно провалиться, хоть любой вездеход там, хоть трактор бесполезен.
Поэтому надо уметь ездить по таким данным. А зимой, когда зима твердая, нечего бояться. Только копать. Да, только копать. Я не знаю, машина выдержит 5 килограммов. Сейчас, пойдем. Атлас Якутии. Вы, наверное, Якутию с моей фото полностью не представите. А вот прочтете, все здесь есть. Называется историко-культурный атлас. Спасибо. По итогу с главой региона мы договорились о следующем, что если мы доедем до Тикси и вернемся обратно, то по приезду вместе поедем на рыбалку. После официальной части мы приехали на мероприятие, где Сергей рассказывал про свои путешествия. Ну и мы рассказали о том, куда мы едем и что впереди нас ждет. Одну сектору на одну антенну большую. Вдруг надо будет станции или еще куда-то большое покрытие Wi-Fi. Я думаю, не надо. Не. И на всякий случай, вдруг у нас она две штуки. Пусть а большая будет. Она? Коробка вот такая. Тонкая вот такая. Ну вот туда давай сейчас закинем бок. Да. Ребята из Yakstar и Amtel связь установили нам на наш 80-й Land Cruiser самопозиционную тарелку, которая в дальнейшем благополучно нам раздавала интернет даже в Арктике. И мы отправились дальше, на федеральную трассу Колыма, прямо через реку Лену, через зимник, который временно пролегал по льду этой величественной реки. Прям показывается на карте, да, вот зимняя дорога. Мы на самом деле пользуемся стандартными офлайновыми картами, помимо того, что есть навигаторы у нас в машине, но они у нас не показывают этих дорог по причине того, что нам не подгружены карты Дальнего Востока, только центральная часть России, а так Дальний Восток схематично показан. Это обычные офлайновые карты, которые мы скачали в приложение Google Store. И без интернета можем смотреть туда на объект, подгрузив перед этим Дальний Восток и Сибирь. Ну вот, едем по Лене. Ничего не знаю, звоните, мы не ездим. Ну что? Все с камерой. Все нормально, да? Да. Вот так. Надо просто на якутском языке было вызывать. Да, да. Ребят, все нормально, скорую вызвали, можно ехать.
Влад. Влада, очень приятно. Очень приятно. С Димой мы познакомились в интернете, и это именно тот смельчак, который согласился сопровождать нас до Тикси и вести нам топливо. И заодно в их кунге должна была спать съемочная группа, но бочки с топливом заняли большую часть будки, и нам нужно было что-то придумывать. Мы доехали до небольшого поселка Хандега и решили остановиться там на ночлег. Мэр этого небольшого поселка наш знакомый, с ним мы познакомились за год до этого в летней экспедиции на пароме через реку Алдан. Он предложил нам остановиться в местном горном колледже, мы не отказались, и эту ночь мы ночевали с комфортом в хороших теплых кроватях. На Тикси точно не доедете? На таких машинах. Почему? А где мы застрянем? В каком месте? Ну, вот после Тополинова там пошел зимник. А до Тополинова нормальная дорога? Ну, идет, есть. Да? Нормальная. А после Тополинова зимник и... Ну и там уже... Приехал. Как получится, да? Как получится. Но у нас не получится. Ну, не знаю, я смотрю, не сильно же подготовлены. Мы вообще не подготовлены. Ну, не, машины имею в виду. Не, я про машины вот. И говорю. Но? Машины стоят. Как должно быть, ну, да. Брезентом утеплили. Там же, получается, если через Тополиново, там потом по морю надо будет ехать, там